На футбольном поле поселка Афипский прошла торжественная церемония вручения нового автобуса детской и юношеской спортивной школе станицы Северской. Ключи от транспортного средства глава района Адам Джарим вручил директору спортивной школы Александру Полишенко. Для того, чтобы перемещения наших детей были комфортными, нужен комфортный автомобиль, автобус. Вот поэтому мы приняли решение, вот купили детям в спортивной школе, значит, школы, автобус. Я желаю безопасной езды. И самое главное, чтобы мы поехали, занимали первые места и возвращались сюда на этом хорошем автобусе. Вот, дети, пожалуйста, это ваш автобус. Хорошее настроение в этот день подарили юные подрастающие таланты муниципалитета. Это знамя нашей большой удачи. Два. Это пламя наших сердец горячих. Три. Это утро, то, что тебя разбудит. Ну а четыре, скучно не будет. Юные спортсмены с комфортом смогут принимать участие в выездных соревнованиях различного уровня. А это новые награды и достижения в копилку Северского района.